Здравствуйте. Погода на то и погода, чтобы преподносить сюрприз. Я в данный момент нахожусь в Испании, если быть точнее, в Барселоне. И вот еще 15 минут назад на небе светило солнышко, было тепло, а потом неожиданно налетели тучи, пошел мелкий дождик, усилился ветер. Одним словом, стало некомфортно. Поэтому мне пришлось из чемодана достать курточку, благо она у меня есть. Мне теперь стало гораздо теплее, но вы так или иначе простите меня вот за такое вот эклектичное сочетание одежды. И раз уж я заговорил про сюрпризы, то таковым можно считать и новый продукт от компании Citroën под названием Célizé, премьера которого состоялась сравнительно недавно на французском автосалоне и продажи которого в ближайшее время стартуют на российском рынке. И сюрприз вовсе заключается не в том, что это новый седан в линейке Citroën, который выводится на глобальные рынки, а в том, что этот автомобиль необычный. А суть заключается в нестандартных физических пропорциях кузова. В сравнении с автомобилями B-класса, Célizé просто на самом деле лимузин. И C-класс как бы не дотягивает до него, потому что длина этого нового продукта составляет 4 метра 43 сантиметра, а колесная база 2 метра 65 сантиметров. Феноменально. И попробуйте не согласиться с тем, что это сюрприз. Потому что автомобиль позиционируется как бюджетный и не будет стоить каких-то космических денег. Что касается дизайна, то, как известно, на вкус и цвет, в общем, не буду продолжать. Но повторюсь в том, что по моим личным наблюдениям, российский покупатель автомобилей стоимостью до 1 миллиона рублей и чуть свыше руководствуется уже совсем другими соображениями. Он хочет за относительно небольшие деньги покупать качественный, надежный и удобный автомобиль. Станет ли таким Citroën Célizé, покажет только время. Кстати, говоря Célizé, я даю абсолютно правильное и точное название этому автомобилю. А вот как он будет позиционироваться на российском рынке, решит отдел стратегического маркетинга московского представительства Citroën. Однако мне несложно предположить, что на примере того же Лагана, а именно так правильно на французском языке называется эта модель, ударение для удобства восприятия русским человеком будет перенесено, и модель Célizé начнет называться у нас Célizé. Сегодняшний пресс-релиз и его контент относительно комплектации данного автомобиля содержит информацию исключительно для западноевропейских рынков. В каком оснащении автомобиль будет поставляться на российский рынок, информации нет никакой. Но я нисколько не сомневаюсь, что колеса 15 или 16 диаметра с двумя видами рисунка будут доступны российскому покупателю, в общем-то, в таком виде, естественно, в каком они и есть. Несмотря на кажущуюся взрослость автомобиля, все-таки он длинный, и это очевидно. Во многих решениях заложен принцип простоты, который упрощает производство автомобиля и сказывается на его себестоимости. Например, в открытом положении капот фиксируется не с помощью амортизаторов, а благодаря вот этой вот самой, что ни на есть, обычной металлической подпорке. Европейская спецификация заявляет о двух типах бензиновых моторов и одном дизеле. Атмосферный двигатель объемом 1,2 развивает 72 лошадиных силы и идет в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач, либо пятиступенчатым механическим роботом. Мотор объемом 1,6, такой, как стоит под капотом этого автомобиля, выдает 115 лошадиных сил. Развивает 150 ньютон-метров крутящего момента и способен разогнать Célizé до максимальных 188 км в час. Показатель разгона до 100 км скромный – 10,3 секунды. Зато аппетит в смешанном режиме умеренный – 6,5 литров на сотню. Данная силовая установка сочетается с пятиступенчатой механикой либо четырехступенчатым автоматом. Ну а дизелек объемом также 1,6 оснащается турбиной. Его мощность 90 лошадиных сил, он более моментный. 230 ньютон-метров крутящего момента против 150 бензинового 1,6. И оснащается исключительно, ну опять же по европейской спецификации, только пятиступенчатой механической коробкой передач. На сегодняшнем тест-драйве он недоступен, да и в общем-то неизвестно, будет ли он поставляться в Россию. Крышку багажника можно открывать как с кнопки на передней панели, так и с ключа. Объем кладовки составляет 506 литров, но эти цифры
не способны передать ее истинный размер. А они таковы, что в ее недрах, например, два наших чемодана средних размеров просто утонули. Вот, пожалуйста. И вы знаете, таких чемоданов точно такого же размера сюда войдет еще раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук свободно, еще останется место для мелких сумочек и пакетов. Внутреннее пространство правильной геометрической прямоугольной формы, и в ее периметр даже не вдаются колесные арки. В этом плане все хорошо. Загрузочный проем достаточно большой, но если бы задние фонари были разделены пополам, и вот эта вот часть их была бы расположена на крышке багажника, то, естественно, загрузочные возможности были бы более расширенными. Сюда, например, мог бы спокойно входить больших нестандартных размеров, опять же, чемодан. Единственное, на что можно посетовать, так это вот на эту высокую кромку. Поэтому, загружая какой-то тяжелый багаж, его нужно поднимать высоко и, в общем-то, прикладывать определенные физические усилия. А еще вы наверняка обратили внимание, что у крышки багажника с внутренней вот этой стороны нет обшивки. Ну, это на самом деле нормально, как бы на это не стоит обращать внимание. Другое дело, что французы молодцы, и вот технологические отверстия с острыми кромками закрыли пластиковыми заглушками, в которых есть удобные выемки, за которые берешься и спокойно закрываешь крышку багажника. Ну, а если сложить раздельные спинки заднего дивана, то полезная площадь и загрузочные возможности без того немалого багажника значительно возрастут. Я могу с абсолютной уверенностью, стопроцентной сказать, что с такой кладовкой Солизе будет в радость в любой дачной семье и к месту в корпоративном пресс-парке, а также, конечно, в такси. Таким широким дверным проемом способен похвастать разве что представитель сегмента Е-класса. А вот таким расстоянием от колени до спинки переднего кресла, у которой, между прочим, под обшивкой, посмотрите, еще сколько воздуха, нереально много, способен похвастать не каждый представитель элитного дивизиона представительского С-класса. Задний диван оказался настолько неожиданно мягким, что я невольно вспомнил американский автопром. Автомобили 80-х и даже еще 90-х годов, в которых передние кресла и задние диваны по мягкости могли с легкостью конкурировать с подушками и перинами в русских деревенских избах. Напольный тоннель невысокий, поэтому три человека здесь без проблем смогут разместиться. Кстати, относительно трех человек. Конструкция задней раздельной спинки предполагает некоторые несоответствия. Есть три ремня безопасности, а подголовника всего два. Странно. И тем не менее, по ширине видно, что три человека даже моей комплекции, ну, знаете, худо-бедно сядут и, в общем-то, проедут какое-то расстояние, совершенно не испытывая серьезного дискомфорта. Из удобств можно отметить только две кнопки электростеклоподъемников, которые находятся вот в таком вот несколько непривычном месте. Но, по крайней мере, в этом автомобиле нет откидного подлокотника. Я не знаю, есть ли он вообще. С другой стороны, столько места, и бог с этим подлокотником. Многие автовладельцы просто мечтают о такой галерке. Ну, а теперь десерт. Передняя панель в этом автомобиле простовата. В ней нет какого-то особенного французского шарма или каких-то изысков. Нет россыпи кнопок. Все подчинено абсолютной функциональности. И в то же время ее дизайн ни в коем случае не позволит перепутать эту переднюю панель с панелью какого-то другого автомобиля. Мягких элементов в ней также нет. Все-таки не стоит забывать, что автомобиль в кавычках бюджетный. И из мягкого в салоне только кресло, подлокотник вот под правой рукой и вставки на дверях под локти. Естественно, разработчики, находящиеся между добром и злом, пытались найти оптимальный баланс соотношения опций, качеств и их функционала.
Например, в этой топовой европейской комплектации 4 кнопки электростеклоподъемников не имеют функции авто. Центральное зеркало не электрохромное, то есть не имеет функции автозатемнения от света фар сзади идущих автомобилей. И вот в этом солнцезащитном козырьке нет зеркала. Ну, естественно, можно даме посмотреться в центральное, но здесь его нет. И так или иначе, это тоже некий элемент экономии в угоду других более нужных и полезных опций. Вот, например, с правой стороны на рулевой колонке, ну, традиционный для Citroёn и родственного Peugeot, стоит джойстик для управления аудиосистемой. Причем аудиосистема звучит, ну, достаточно неплохо. Есть ESP. Это здорово. Две подушки безопасности. Климат-контроль, но не раздельный. Подлокотник центральный. В общем-то, тот джентльменский набор, без которого жизнь ежедневная за рулем этого автомобиля была бы более скучной. Не придраться и к рулевому колесу. Баранка очень даже неплохо ложится в ладони. Несмотря на то, что рулевая колонка регулируется только по высоте, проблем с эргономичным размещением за рулем нет. Этому способствует и оптимальная глубина залегания педального узла, и ходы кресла пилота. Одним словом, посадка всецело располагает не только к комфортному перемещению в пространстве, но и к быстрому. А вот в этом аспекте неувязочка. Двигатель откровенно аморфный и очень вяло откликается на увеличение подачи топлива. Переходы на пониженные передачи ощутимого энтузиазма ему также не добавляют. Тем более пары пятиступенчатой механики растянуты в угоду больше эластичности и экономии. В геометрических величинах Citroёn Celize вполне готов навязать конкуренцию ожидаемым в следующем году новинкам Skoda Rapid и Seat Toledo. Равно как и по части физических характеристик силового тандема. Однако живые эмоции за рулем – это не сухие цифры, и они говорят не в пользу французского детища.